Дело в том, что представьте себе мою мать. Это женщина. Это же обыкновенная женщина, которой свойственно все, что свойственно от природы женщины. Самосохранение себе подобного, продление рода. И эта женщина будет меня ночью. Будет. Я капризничаю, она будет. Но я с просонья. Одевает меня, выводит на улицу. Отец не пошел, не смог. Выводит меня на улицу и говорит: уходи, чтобы я тебя больше не... сюда не возвращайся. Она знала, что завтра должна быть облава. Где-то, потому что какая-то часть уже была взята. Она это понимала. Сколько нужно было мужественности оторвать от себя. Вот этот человек. Что я был достаточным зверем. Вот. Дело в том, что однажды уже, когда освободили город, я увидел мужчину. И я узнал в нем того хозяина, который вселился в наш дом. Дом впоследствии был сожжен, уничтожен. Но я понял, что это он завел фирку, предал полиции. Потому что я патроны к нему нашел. Я решил, что я его убью. И я действительно взял это оружие и побежал. Я даже не помню, что я бежал. Мне казалось, что я сразу пролетел к этой двери. Не то, что пролетел. Я даже по дороге видел одновременно, что я ствол ему втыкаю в лицо и бью, бью, бью. Это был я и не я. То есть это совершенно необъяснимо. Открыли дверь девочки его, дочки. И говорит: папка скоро, татка, они даже говорили, папка скоро придет. И стали предлагать мне котлету. Это не котлета, а драник. Драник, да, из картошки. Я не знаю, как я выскочил из дома. Но я до сих пор хочу сам себе сказать, всегда, когда только появляется какая-то накипь. Мне повезло. Мне повезло. Я никого не убил. Вот почему я даже больше верю, что если может, если мир спасет что-то, Достоевский говорил, красота спасет мир. Я думаю, что если что-то спасет, так это добро. Доброта.